О боже, я снова дышу. И чувствую ноги. Все еще пятна перед глазами, но это пройдет. Спасибо, Морг. Дайте мне отдышаться. Убедиться, что я могу стоять на ногах. Так, порядок. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Все системы исправны. Спасибо. Запрос нового оператора. Медоператор Том Старк, класса пирамида 490, готов. Не заденьте проем. Мне было интересно, как вы отреагируете, когда найдете Екатерину. Вы рисковали жизнью ради нее. Похоже, при извлечении нейромода стерлась не вся память. Не до конца. Возможно, самые яркие воспоминания все же оставляют след в подсознании. Или в вас больше сострадания, чем я ожидал. Вы уверены, что не было бы лучше? Не хочу показаться черством, но когда она узнает, что вы хотите уничтожить Талос-1, неизвестно, как она отреагирует, ведь покинуть станцию нельзя.
запускаю программу остановки реактора. Энергосистема подстанции отключена. Да, фотоэлектрические кольца отключены. Жизнеобеспечение отключено. Магнитосфера отключена. Коммуникация отключена. Остановка главного реактора через 3, 2, 1. Реактор остановлен. Главный реактор будет запущен через 3, 2, 1. Гравитация включена. Жизнеобеспечение включено. Магнитосфера. Внимание! Запуск реактора прерван. Включаю запасной генератор. Поттер, этот кретин должен был проверить дивертора неделю назад. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Мегатеатр Тонстар класса пирамида 490 готов. Не заденьте проем. Мне было интересно, как вы отреагируете, когда найдете Екатерину. Вы рисковали жизнью ради нее.
Похоже, при извлечении нейромода стерлась не вся память. Не до конца. Возможно, самые яркие воспоминания все же оставляют след в подсознании. Или в вас больше сострадания, чем я ожидал. Вы уверены, что не было бы лучше? Не хочу показаться черством, но когда она узнает, что вы хотите уничтожить Талос-1, неизвестно, как она отреагирует, ведь покинуть станцию нельзя. Запрос нового оператора. Запрос нового оператора. Оператор инженер Танстар класса Кобальт 410. Внимательнее. Оператор инженер Танстар класса Кобальт 410. Готов. Не заденьте проем.
Запускаю программу остановки реактора. Энергосистема подстанции отключена. Фотоэлектрические кольца отключены. Жизнеобеспечение отключено. Магнитосфера отключена. Гравитация отключена. Остановка главного реактора через 3, 2, 1. Реактор остановлен. Главный реактор будет запущен через 3, 2, 1. Гравитация включена. Жизнеобеспечение включено. Магнитосфера. Внимание! Запуск реактора прерван. Включаю запасной генератор. Коннелли, этот кретин должен был проверить дивертора неделю назад. Ладно. Морган, придется вам самому чинить. Или найти замену, если повезет. Запуск реактора прерван. Внимательнее. Обратитесь к врачу. Возобновляю запуск реактора. Магнитный. Включена. Энергосистема подстанции включена. Запуск реактора завершен. Системы в норме. Сработало. Подаю питание на лифты и шлюзы, но... вижу много всплесков энергии и утечку в камере охлаждения. Осторожнее на обратном пути. Могут быть и другие неполадки. Так, проблема Хайдена. Все обнулилось. Теперь Талос открыт. Умно. Рискованно, но умно. Хорошо, что кое в чем ты не меняешься. Я больше не буду тебе мешать. У тебя есть право узнать правду. Всю правду. Зайди в мой кабинет. Разрушенная схема нашла новые инструкции. Разрушенная схема нашла новые инструкции. Что бы вы там ни сделали, или бы что вы... Если вы решили отомстить, энергоснабжение... Разрушенная... Ага. Значит, и лифт тоже. Надеюсь.